Я же в 59-й учился. Вот. Там тоже разбомбили. Тоже погибла учительница, которая у меня русский язык преподавала и зарубежную литературу. Там что-то какая-то бомбежка шла такая, ну, небольшая. Ну, стреляли. Ну, это у нас круглосуточно, поэтому слух привыкает, мы уже как-то внимания не обращаем. Вот там у меня прямо возле двора 4 снаряда, один в автобус, тоже два человека погибших, 6 раненых, второй в соседний двор, один прям не во двор и один в дом. Вспышка яркая, прям рядом с нами, это первый снаряд, который в автобус попал, а четвертый снаряд прям в хату. А мама прям на кухне сидела, прям в той комнате, где летела, причем прям по направлению удара. Я вообще удивляюсь, как она осталась живая. Сначала ж там шарахнула, где автобус. Вот, но она ж отошла от окна. Все, и давай молитву считать. А следующий момент, говорит, уже сидит на полу, заваленная кирпичами, дверь от ванной у нее на шее, тоже подняться не может. И дырка здоровенная в стене, прямо перед ней. Вот это, считайте, всю дырку. Сейчас изнутри покажу. Ты не хочешь одеть? Одень пиджак, сними вот эту грязную. Часы живые остались, перенесли оттуда. У нас один знакомый дедушка, слепой, уже за 80, упал у забора. Такой юморной, вы все равно всех не перебьете, и лежит, все равно всех не перебьете. Рад лупит, а он же бежать не может, он слепой. Он так по двору ходит, уже знает двор. А так, в рад лупит, а он упал под забор, расстрелялся, все равно всех не перебьете. Живем с юмором. И от министерства, и по комсомольской линии было от министерства, много у меня поощрений. Все газеты за меня, все. Я рад, что мне писали от всех. Который дожился до этого, что хату развалили. А помощи от кого ждать, я не знаю. Работал на засядке, с армии пришел, на засядке работал. Трудился нормально, доски почета был. 49 лет и 9 месяцев стажа. Я работал на засядке, потом меня не взяли, две лавы открылась, я ушел на Точмаш. Точмаш меня наградил орденом трудовой славы за работу. Потом послали в Сирию, я приехал. И опять пошел в шахту. У меня 15 лет подземного стажа, остальное поверхностное. Занимался спортом. У меня 6-е место в Союзе по военному многоборью. 3 знака шахтерской славы, 1-й, 2-й, 3-й степени, кавалер 3-х степеней. Ну, потом по возрасту ушел на пенсию. В общем, пользы много принес государству. За что мне вот, как благодарили. А теперь я сепаратист. Нашу хату поломали. Я тогда еще понимаю, значит, мне какой-то аэропорт. Самолеты расстегнут.